Привет. Привет. Оба-на! С воскрешением! Аллилуйя! Славься, Боже! Добро пожаловать во дворец, миледи! Тебя трясет. На наркоте? Нет. Нет, нет, нет. Дело в другом. Так не объяснить. И не объясняй мне. Не надо. Но имей в виду, у меня дури нет, и доставать ее я не стану. Нет, я не наркоманка. Честно, честное слово. У нас еда кончилась. Надо что-то делать. Ты хочешь поучаствовать? Да. Берем 5 баксов хотя бы, будет нам горячий ужин. Давай здесь. В холода обычно больше подают. Как же холодно. Да.
Есть хочется. Придется немного потерпеть, ничего не поделать. Отвлекись на что-нибудь. Много времени на это уйдет. Трудно сказать, это уж как повезет. Может, пару часов, может, неделю. Эй, Стэн. Я думаю, нет смысла вдвоем торчать в одном месте. Да. Я пойду вон туда. Будь осторожна. Превратился этот город. Ты новости смотришь? Если не в курсе, в стране кризис. Кому-то просто не повезло. Да, это правда. Я не ела. У вас есть хоть что-нибудь? Вали! Бродяг не пускаем. Прошу. Так холодно. А я... Проваливай, я сказал, пока я не вызвал копов. Эй, детка, не хочешь подзаработать? Есть предложение. Вы хотите помочь? Ну, я могу тебя порадовать в обмен на услугу. Дам 10 баксов, если пойдешь со мной. 10? Ладно. Ну что, пойдем, детка? Нет.
Я не могу. Нет? Что значит нет? Не смей говорить мне нет! Слушай, детка, открой рот и давай приступай, а не то я очень разозлюсь. Нет! Хватит, Айден! Отпусти! Отпусти его! Говнюк! Вали, ублюдок! Твоя гитара? Ну да. Я себе чуть все пальцы не отморозил на таком-то холоде. Хочешь сыграть? Попробуй. Надо же. Спасибо. Ну вот. Надо глянуть, как там Стэн. Набрал. Мало. А ты? Охренеть. Джоди, откуда столько денег? Нашла. Там был парень с гитарой. Я умею играть. Ну и заработал. Слушай, круто. Мы теперь богачи, да?
Жди здесь. Я пойду за едой. Отошли от него. Ха, ну вот дела. У бомжа-то нашего есть подружка. Снимай, Эд. Пусть все видят, что мы делаем с опустившимися. Увидимся. Ну ее! Круто ты их. Я в армии научилась. Да, но их было четверо, а ты одна. Они дебилы. Драться не умеют. Пойдем. А то еще вернуться. Ладно. Ребята, налетайте. Давай, Джоди, угощайся. Эй, есть даже шоколад на десерт. Шоколад? Я даже не помню, какой на вкус. Что это с тобой, Стэн? Подрался. Если бы не Джоди, мне конец. Вы бы видели. Их было четверо. И она их всех уложила. А ты скоро тебе рожать? Через месяц. Ребенок что-то давно не шевелится. Я уже волнуюсь. Ее парень избивал. Не хотел ребенка. Он бы ее убил. Джимми, а что с тобой? Холодно. Я так замерз. Наркота. Уолтер, а ты здесь почему? Я работал учителем. Не смог выплатить долги по кредитам. Потерял дом, работу, всех друзей. И вот я перед вами. Ты что, их знаешь? Я их раньше видел. Шпана приходит сюда кулаки размять. У них эти телефоны с камерами. Они так развлекаются. Чувствуют себя крутыми.
Да отморозки они. Меня тоже били. До сих пор не отошел. Ну а ты, Джоди? Мы так о тебе ничего и не знаем. Как ты оказалась на улице? Я делала ужасные вещи. Потом поняла, что меня используют. Дело в том, это звучит странно, понимаю. И я не такая, как все. И я всю жизнь из-за этого мучаюсь. В смысле не такая, как все? Я не понял. С самого рождения я связана с существом. Его зовут Айден. Он всегда со мной. Он и сейчас здесь. Видать, не только у Джимми проблемы с наркотой. Что ты делаешь? Верь мне. Джоди, что с тобой? Стэн, милый. Джоди, хватит, не смешно. Столько времени прошло. Уже 4 года. Нэнси? Нэнси? Как это? Это я, милый. Я с тобой. Я все это время была с тобой. О, Боже. Мне так тяжело видеть твои мучения, твою боль. Без тебя. Я устал. Без тебя моя жизнь пуста. Нэнси. Хватит жить прошлым, Стэн. Наша любовь останется навеки. Но ты должен начать все заново. Найди работу, влюбись. Будь снова счастлив. Ради меня. Я прошу. Я скучаю. Я так по тебе скучаю. Чудо. Ей-богу, чудо. Джоди. Спасибо. Суббота? У тебя... У нее начались схватки. Нужна скорая! Нужно срочно ехать в больницу! Нет! 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 Не в больницу! Я не хочу! Они заберут моего ребенка! Господи, боже мой! У нас же ничего нет! Ни простыни, ни одеяла, ни горячей воды! Сама подумай! Моя девочка... Я не хочу!
Тихо, тихо. Успокойся, спокойно. Справимся, справимся. Так, Джимми. Тут рядом заброшенный дом. Знаешь, проберись внутрь. Я побежал. Давай. Уолтер сидит тут, присматривай за субботой. Джоди, идем. Раздобудем все, что нужно. Суббота! Не вздумай родить, пока мы не придем, ладно? А, я постараюсь. Но лучше бы вам поторопиться! Джоди, быстрей! Нет. Все равно нет денег, чтобы заплатить. И что мы будем делать? Слушай, я хочу дать ребенку шанс, пусть даже крохотный, выжить в этом мире. Ему нужно тепло, и подгузники, и бутылочка, и нормальная одежда, и все остальное. Он не должен родиться в куче мусора под мостом. Какие идеи у тебя? Никаких. Придумаем что-нибудь. Там есть все, что нужно. Надо только открыть. Зараза! Ну не может быть! Должен быть способ! Я открою. А? Как? Как откроешь? Увидишь. Открывающая дверь. Подожди. Мы что-то забыли. Вырубила. Одна проблема меньше. Как тебе это удалось? Давай объясню потом. Берем все, что нужно, и уходим. Взял все, что смог. Ладно, пора валить да. отсюда. А вот и вы. Быстрее. Куда отошли? Ты смог забраться в этот дом? Да, да. С ней там Уолтер. Надо торопиться. Слава богу!
начинается. Я думал, не успеете. Что теперь? Вы знаете, что делать? Уйдите! Все уйдите! Кроме Джоди. Пусть Джоди останется. Ты понимаешь, что для меня это все в первый раз? Для меня тоже. Просто не хочу, чтобы они видели, как я горячусь, твою мать! Ладно, не волнуйся. Мы разберемся, что надо делать. Мы разберемся. Чего тут сложного может быть? Так, давай помогу снять. Я застелю матрас. Держись. Ладно, сейчас родим. Дыши. Слышишь? Давай, суббота, дыши ровно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я дышу. Дышу, я дышу. Давай, тушься! Тушься! Уже почти все! Слышишь? Все нормально, слышишь? Все идет очень хорошо, правда? Я ее вижу! Вижу головку! Чуть-чуть осталось! Тушься! Тушься! Ты справилась. Перережем пуповину. Девочка. Тобой пришлось нелегко, но мы справились. Ты и я. Все хорошо. Теперь все будет хорошо. Я позову всех. Такая кроха. Девочка, моя Зои. Охренеть. Хороша чертовка. Эй, следи за языком, Уолтер. Она уже все понимает. Она не то что хороша. Она просто богиня. Куда бы мы без вас? И Джоди. Чудо, Джоди. Наше чудо.
Стэн! Стэн, проснись! Что? Господи! Где остальные? Уолтер на этом этаже. Джимми, Суббота и Зоя наверху. Уходи, я их вытащу. Нет, нет, я с тобой. Нет, нет, я сама справлюсь. Но... Иди отсюда, сказала! В чем дело? Быстро! На выход! Малышка! Спасай малышку! Та дверь!
Эгон спас! Джоди! Боже мой, ты жива! Не знаю, как ты это сделала, но это просто класс! Зои! Как Зои? Хорошо. Все хорошо. С чего пожар-то начался? На! Красота! Че так бензина, зажигалка и тараканы побежали с гнезда? Ненавижу хэппи-энды. Я сказал, увидимся. Эй, не тронь её! Тихо, тараканы! Теперь уже не такая крутая. Нет! Нет! Ты снял, Эд? Да, крупным планом. Ладно, парни, сваливаем. Уроды! Она не дышит. Она не дышит! Ты где? Как настроение? Нас с этим смириться. Хорошо. Надо к Тарви! Ва, вокруг врат не такие. Сказал, да? Типа того? Мы теряем Шатонный раз говорит, ты не такая, как все, уясни это. Ты та часть, а обидишься? Это Джоди. Нас с этим смириться. Ну что это вы здесь? Да так тариби! Что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Типа того? Если не готова, скажи. Я удачу. Существа вам. Я умерла. Ты женщина. Зачем ты это показал? Это мама? Thank you.
Будущее? Айден? Зачем? Я не хотела назад. Подонков выдал запах бензина от одежды. Их схватили той же ночью. Представляешь? Мрази. Это мы. Вместе. Теперь всегда будем рядом. Сегодня 3 месяца. Я ей о тебе рассказываю. Пусть знает, что ты сделала. Ой, меня теперь зовут прежним именем. Я Элиза. Да, это она. Сотрясение, травма черепа. Уже несколько месяцев в коме. Можно к ней? Я не знаю, вы из родных. Мы из ЦРУ. Она обвиняется в измене. Хотите, покажем вам ордер на ее арест? Понял. Пойдемте. Где она? Странно. Была здесь, это ее палата. Черт.
Она через окно ушла. Не может быть. Мы на пятом этаже. Не выпрыгнешь. Сообщи. Нам нельзя ее упустить. Мэм, все в порядке? Мэм!